Там, где существует космическая промышленность, она вбирает в себя все ультрасовременные достижения прогресса. Ведущие страны мира испытывают и проверяют на Международной космической станции все самое передовое, что появляется в их науке, технике, здравоохранении. 21 октября 2001 года на борт МКС был доставлен продукт компании Vision International People Group. Жизнь в космосе отличается от жизни. В основном мы здесь летаем, и неизменно лишь одно. Я как на Земле два раза в день употребляю пищевые добавки Vision. Благодаря им я 52 года четвертый раз несу космическую вахту на орбите. А прожить полтора года в космосе непросто. Пресса, которая последние годы испытывает неослабевающий интерес к феномену успеха Vision и тем идеям, которые пропагандирует компания, так рассказывает ее историю. В 1995 году преуспевающий бизнесмен, счастливый семьянин, энергичный и обеспеченный человек Дмитрий Буряк по-новому открыл для себя многие жизненные ценности и пришел к глубокому убеждению в том, что главными богатствами человека являются здоровье и сама жизнь. К лету 1996 года Дмитрий Буряк предпринял ряд практических шагов по созданию новой компании, получившей название Vision International People Group. Штаб-квартира Vision разместилась в Лондоне в престижном